1942 году в Михальчиках было створено гетто. Еврейское населенство Михальчик было амаль полностью знищено. У концлагеры Панары на территории Литвы. У память об этих жудасных подеях 22 червня 2009 года на еврейских могилках у Михальчиках был поставлен памятный знак памяти расстрелянных евреев Островецкого района у годы Великой Отечественной войны. Помник уявляет собой обелиск вышиной 2 метра, шириной 1 метр, с закругленной верхней часткой и с поминальным надписом на 3 мовах – белорусской, иврите и английской. Автором помника является знакомитый белорусский архитектор еврейского походжения Леонид Левин.